Так, друзья, всем привет! А мы приехали в парк Цицинателла. Это тот, что возле Кабулети, и в часе езды от Батуми. Сейчас ровно 6 часов вечера, и как раз мы приехали на самое-самое открытие. Вот, смотрите. Сегодня суббота, и мы посмотрим, сколько здесь людей, какие здесь работают аттракционы, куда мы сможем пойти со своим Ванькой, которому 4 года, на какие аттракционы. Ну, в общем, мы все вам покажем, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Пошли с нами кататься на каруселях. Еще осталась старая карта. И что у нас сколько стоит, друзья? Давайте посмотрим. Карусель вот такая, не знаю, видно, не видно. 3 лари, вертолеты 6, чертово колесо 10 лари. Здесь лучше видно. Мы пополнили на 40 лари нашу карту. Итого у нас 42 лари на счету. Интересно, что мы сможем здесь на такие небольшие деньги откатать. Я бы пошел на чертое колесо, конечно. Но я читал, что детям до 6 лет как бы нельзя туда. Ваня, сколько тебе лет? Лет сколько? Покажи тебе. Не, правильно покажи. Во, правильно, молодец. Мы его дома учили, ему 6 лет. Все, пошли. В общем, вот такие вот лошадки есть. А можно купить мороженое Барамба, конечно же. Давай посмотрим. Это стоит, кстати, 3 лари. Вот такие лошадки. Идем дальше. Ну, вау, вот смотрите, что. Ага, чертово колесо стоит 10 лари. А вот что это? Здесь вот как, какой-то паровозик или что там. И стоят такие вот динозавры. Да, да. Вот там машинки, которые ездят ну, вот по этой вот как бы железной дороге. Также здесь варят кукурузу. Ну вот и сейчас давайте узнаем. Ваня, пошли спросим. Пустят тебя, не пустят? Барышня сказала, что его пустят. Мы сейчас еще все обойдем. И, возможно, вернемся. Ну, слушайте, друзья, ну сейчас вот поедем, и 30 лари нету. За троих заплатим. Как-то вот так вот. Какие-то кораблики, вертолетики есть еще. Ага. Вернемся. Американские горки. Здесь вот такое вот смертельное, я даже не знаю, как это назвать, бустер написано. Какой-то ускоритель. Это свободное падение. Я здесь катался. Ну, прям вообще душа в пятке. Да, я знаю, что ты хочешь, Вань. Но это все только для взрослых. И только для взрослых. Там есть какие-то вот горки. Сейчас посмотрим. Это тоже для взрослых. Вот эта штука. Называется камикадзе. Да. Там еще горка. Опять же, только для взрослых. Вот какая-то есть горка. Ну, а, ну что-то непонятное. Но опять же, мне кажется, его не пустят. Не пустили. Сказали, нельзя. Идем дальше. Ну, вот ромашка классическая, тоже нельзя. А, здесь какие-то вот водные аттракцион. О, Вань, я нашел, что тебе можно. И на речке можно, на речку пойдем. Классный фонтан включили. Мы собрались буквально за, не знаю, за 15 минут. Просто вот делать было нечего, как говорят. Я говорю, Жене, поехали-ка мы на вот Цицинателлу, парк. Кстати, Цицинателла переводится как светлячок, потому что ночью он светится, этот парк. С трассы едешь, его видно, он как светлячок такой яркий-яркий. Не работает? Этот не работает, а сказали, что? Через полчаса включат. Давайте хоть посмотрим, что здесь. Мы здесь катались. Да, мы катались. Не знаю, не помню, 2 или 3 года назад. За всех? Нет, за одного. Да ладно? Да. А он, Ванька, тоже считается? Да. Короче, друзья, вот это 14 лари стоит. И вот такая вот трасса, наверх спускаешься. По водичке плаваешь.
Да, на 42 лари тут особо да и не разгонишься. В общем, мы подходим, очень много закрыто. Может, потому что сейчас еще, ну, с начала седьмого, и они будут долго раскачиваться. Вот какой-то детский, но это совсем для маленьких детей. Ну, неинтересно, Ваня, это... Подводная лодка, непонятно, опять же, работает, не работает. Тут вообще людей нет, мы тут первые, наверное. Он маленький? Написано 100 сантиметров, но... Ну вот если выпадет, кому претензии будут? Ну а зачем писать что-то? Не знаю. В общем, 100 сантиметров, ну, у него есть, мы сказали, маленький. Вот самолет у нас остается. 5 лари. О самолетах никого нет. И мы идем в какую-то детскую комнату. Happy City здесь написано. Ну что же. Давай, Иван. А здесь что у нас? О, батуты. Ну, Вань, ну там никого нет, ты будешь почти один. Вот так, ну, как во всех этих детских комнатах. Какой-то паровоз. И что, он идет, Юль? Все, он решил туда идти. Вот такая здесь ромашка есть. Ну, нам опять же не подходит. Еще, смотрите, что тут есть интересное. Какая-то карусель для взрослых. Это для детства. Ну, все, в общем, мы, наверное, идем на чертово колесо. Тут посмотрим на красивый батумский закат. Вот солнце сейчас уже садится. Это, Ваня, для взрослых. В общем, если вашим детям до 6 лет... Особо-то нечего тут делать. О, есть здесь картинг, кстати. Пончики, перекусить. Тир, пострелять. Ну вот, конечно же, картинг. Картинг круто. Ваньки, опять же, не подходят. Сейчас, наверное, поедем на вот, вот этих вот автомобильных автомобилях по железной дороге. Сколько стоит? Так, 5 лари стоит. И вот так вот они поедут мимо этих динозавров. Я думаю, минута. Мать, пока. А он что, сам газует? Нет, нет, нет. Там никто ничем не управляет. Все, они поехали. Этот картинг стоит 20 лари. Есть еще вот такие машинки. Посмотрим. В общем, эти машинки по 10 лари. Высота 112 сантиметров. Но обычно Ваньку как бы пускали пассажиром. Я за рулем, он рядом. Ребятки, мы садимся. Все. Эту штуку надо бы как-то закрыть. Это по-серьезному закрывает. Все, да. Что, вы готовы? Посмотреть на Кабулете, может, даже Батуми. Вот весь парк. Только что вот эта штука бустер крутился, но это какая-то смертельная горка. Я боюсь сюда даже подходить к ней. Это не работало, сказали. Это морская ленивая река. Давай. О, смотрите, уже села видно. А вот кричат, смотрите. Ужас. Так, так, так. Вот на эти самолетики мы еще пойдем, вертолетики. На гусеницу пойдем. И море, друзья, море. Красиво. В Батуми самые красивые закаты, ребят. Это я вам точно скажу. Не Красное море, не Средиземное. Не океаны. Почему-то вот Батуми всегда красивее всего. А вон Батуми, кстати. Далеко-далеко Батуми видно. Иди. Там уже этот Black Sea Arena. Там у реки. Там дальше Поти.
Кстати, парковка здесь бесплатная, можно заехать и припарковаться. А вот это, друзья, Грузия в миниатюре. Кто не был, рекомендую. Один раз точно стоит сходить. Там все регионы Грузии, какие там, в общем-то, строения, как там строили. Вот. И вот, посмотрите. Да, Кабулети, Чакви и Батуми, да. Туда-туда. Все, мы на самом верху, ребят. Ну что, друзья, вот парк Цинателла. Будете в Батуми, будет возможность, приезжайте. Это наш следующий аттракцион. Веселый червь называется. 8 лари стоит. И вообще я заметил, что они, вот когда Юля заходит с Ванькой, они снимают как бы за одного. Получается, либо один взрослый, либо считается один билет, это взрослый с ребенком. Ну что, веселый червь поехал. Вертолетики. Я думал, вертушка будет крутиться. А, он еще должен подниматься, ребят. Наверх. Он поднимается. Вот, смотрите. В общем, он поднялся и просто медленно опускается вниз. Даже без свободного падения. Это вот такие детские паровозики. Вот тут вот потравки и в пещеру заезжают. Как-то так. Маму не пускают. Мама, ты большая для этого всего дела. Да. Ну, надеемся, не выпадет и благополучно вернется. Это стоит 5 лари у нас. И первый раз в жизни Ванька сам на этой машинке. Это просто детский вариант. Вань, здесь прямо, что ты крутишь? В другую сторону крути руль. В другую сторону. А он не поймет, как она работает. О-о-о. В общем, моя семейка пошла еще вот на вот этих слонов. 7 лари. И, друзья, вот эти 42 лари, которые у нас были на счету, мы до сих пор не потратили. То есть мы ничего не добавляли. О, он начал подниматься. Вань, тебе понравилось? Да. А что тебе больше всего понравилось? Все. Все? Ваня всегда хочу. Да, все хочу, все понравилось. Это лучше, чем когда ничего не нравится, правильно? Расстроился пацан, его не пустили даже на вот эту горку. Здесь допустимая высота от 110 сантиметров, представляете, да? Цена 6 лари. За один спуск с этой горки 6 лари. Ну и последнее на сегодня, скорее всего, ленивая река, друзья. 6 лари стоит. Юля, от 100 сантиметров. Окей. В общем, мы тронулись. И вот сюда мы потом приедем. Ого! Там можно попробовать воду. Класс! Ой! Будем сейчас питься. Ой!
следующий аттракцион – это рыбалка. 10 лари, время безлимит. Но зато можно выбрать потом какую-то игрушку вот из этих сверх, как бы на подарок. Это как бы приз считается. Что ты, сколько ты уже наловил, Ваня? Три? Вот так, да, надо. Ваня наловил ведро рыбы и выиграл вот такой меч. Ну, на самом деле там игрушки дают всем. И, кстати, ребятки, начинается дождь. Наверное, надо бежать в машину. Все, побежали, побежали.